Тренируемся, занимаемся, боремся. Ну выиграл и выиграл. Перед этим чемпионатом была выполнена огромная работа. Анзора я очень хорошо знаю. Соперник, он очень серьезный. Белял больше на руках борется. Анзор и на руках, и на ногах. Я ненавидел в столовую ходить. У меня тренер был. Он меня заставлял двойные порции. Там что только не мешал мне, орехи, мед, все подряд. Мясо, шашлык, пироги остинские. Что еще может нравиться? Если я вот, ну там, часов 9 покушал, например, и раз уже к 11 уже желудок опять работает. Ты уже лежишь, как бы ко сну готовишься. Думаешь, блин, не усну, надо встать, покушать что-нибудь, а то пропадет. Стою, кушаю. Путали, многие мне звонили. Я вообще даже близко к этому отношения не имел тогда. И меня поздравляют, мне было, ну, неловко. Я говорю, им спасибо, но, говорю, это не я, оправдывался как мог. Мою фотографию как бы вставили в интернете и написали, там, чемпион по боксу какого-то турнира. И мне, ну, кто-то там из знакомых прислал, говорит, ты что, теперь по боксу выступаешь? Я говорю, блин, опять, говорю, какая-то опечатка. Абдурашида Сублаева Путин приглашал в большой театр. Пошел он. Отказываться нельзя было. Если пригласят, я тоже пойду. Не могу не спросить, почему у чемпиона России нет инстаграма? Как болезнь. Человек столько времени там оставляет все. Бессмысленно. Мне не нравится. Я бы, наверное, футбол бы попробовал играть. Вратарем был, на воротах стоял. Мой любимый вратарь был Оливер Кан. Мой Бортес. Ну, я за Францию болел тогда. На чьей стороне твои симпатии, спори за золотой мяч? По-любому Алисон, да? Ну, Алисон, да. Ну, если честно, и Ван Дейк очень крутой. Надо цепляться за такие возможности. На это все потом успеется, Мальорка не убежит. Поймал бы золотую рыбку, какие три желания ты у нее попросил? Здоровье, чтобы было у близких в спорте, удача и мир во всем мире.